прохожу на следующей неделе. Отмотал весь срок. Слышал, ты всем говоришь, что первым делом, как выйдешь, достанешь ствол и найдешь меня? Я не убивал никого, кто не пытался убить меня. Не лезь ко мне, Джо. А ты не лезь ко мне. Иначе, скорее всего, ты умрешь. Сеньор Макс Борланд — это частный детектив. Не делай глупостей! Брось револьвер и отойди! Джо Крибенс. Знаком? Очень опасный тип. Я всю жизнь действовала спонтанно. Это плохая стратегия. Не думаю, что вы знакомы с черным солдатом Элайджи Джонсом. Он похитил мою жену, Рэйчел. Элайджи никого не похищал. Если она с ним, это ее выбор. Хочу предложить вам 2000 за возвращение Рэйчел. Мы сделали, что сделали. И тем самым сказали всем... Горите в аду. Забудь эту женщину. Ничто не смеет стоять на пути Алонсо По! Мистер Борланд, у вас создалось впечатление, что вы спасаете меня. Ваш муж едет сюда. Я буду присматривать за вами, пока он не прибыл. Когда мой муж приедет, он попытается меня убить. Запрете меня, и Тиберио Варгасу это очень не понравится. Если Тиберио разозлится, могут быть проблемы. Вы нервничаете? Не люблю, когда мне лгут и используют меня. Давай узнаем, действительно ли ты так хорош. Возможно, проще всего было бы убить вас. Ты кто такой? Парень с оружием. Большинство боится меня обыгрывать. Будешь следовать приказам. Руку Эстебан. Вложи в нее пушку, и она станет рукой дьявола.